Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы забрались в мир мертвых, ребята. Здесь надо нам очень выполнить важную миссию, забрать сердце у этого хранителя моста. Победите хранителя моста. Надо на него просто нарваться. Подожди, ну надо взять не топор, а надо взять клинки. Сейчас разберемся. Здоровячок, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Ты аккуратней давай. А, у нас есть ярость. Давай сейчас мы с яростью налетим на него. Ну это тролль. Получается, ну сейчас мы без Атрея. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, что делаешь? Ну-ка, ярость. На. Получай, получай. Давай, давай, сильней. Сильней, Кратос, бей его. Пошустрей, только надо это делать. Все, ярость закончилась. Где ты там? А вот от этой штуки надо отпрыгивать. Ай. Цепляет меня. Давай, давай, бей его, пока он стоит. На-на-на, еще получи. А чё он не попадает по нему? Он прыганет сейчас куда-то. Ай! Еще этих не хватало, каких-то призвал. Тихо, тихо, тихо. Давай, бей, руби. Еще, 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 еще. Отвалите, ребята, вы не подходите, лучше ко мне. Да на, получи. Чуть-чуть, уже пол хпшечки сбили. Вон аптечку надо забрать. Давай, хаваем аптечку. Тихо. Быстро ты перемещаешься. Сейчас я отбегу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, аккуратненько. Главное ближе подойти, и все, и можно уже рубать его. В принципе, ничего сложного, я думаю, не будет. Если он хп не будет мне сносить сильно, то он, в принципе, может сделать осторожно. Прям на меня пустил свою волну. На, получай. Аптечку надо схавать уже. Уже пора. Где он там? О, сундук. Вот хорошо. А, вот как раз на мне появился. Ты чё? Давай, осталось две полосочки у него. Да, не надо падать так сильно на меня. Да ты чё, посмотри, а? Одна полоска, есть. Сейчас ты у меня упадешь, понял? Где он? Надо аптечку, аптечку где? Аптечечку быстрее взять. Пошел нафиг, иначе я так... Иначе я так упаду, ребята. Упаду на землю и никогда больше не встану. Еще надо аптечку. Где он там? Давай, иди сюда. Ах, ты пропал куда-то. Ну, чё как трус прячешься? На, получи. Тихо-тихо, не бей так. Он бьет, сразу исчезает. Давай, добьем его уже. Ну, падай. Давай посмотрим, что в этих кувшинах. А, как раз аптечку давай захаваем. Ты дерзость. А? Чуваков своих прислал ко мне. Сам что, не можешь справиться, что ли? Вот он уже, все, валяется. Давай добьем его. Получай. Нам надо твое сердце, понял? Чтобы спасти сына. Разломал просто его. Кирпич этот, которым он в меня кидал. Об землю бил. Ну-ка, забирай сердце. Теперь сердце. Придется тебе замарать руки. Придется, куда деваться-то?
Здоровый какой, а? Ну и сердце, наверное, будет тоже здоровое. Придется двумя клинками. Не прошибается одним. Ну надо как-то аккуратно, чтобы сердце не повредить. Оно же, наверное, нам в целости и сохранности надо достать. Чуть клинки не сломал. Заморал не только руки. Сам весь в кровище. Вот. То, что нам нужно. Такая птица какая-то сидит волшебная там впереди. И все туда идут. Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Да, надо быстрее сваливать. Давай только откроем вон тот сундук. Крас. Зевс. Зевс. Зевс? Мой отец. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Не ходи, тебе сказали. Ну, нам, похоже, придется потом. Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Матугар Хельсон, сын Хельхейма и хранитель моста. Он действительно родился и вырос в Хеле. Быть ребенком в племени троллей нелегко, но в мире мертвых, наверное, было еще хуже. Хель мучает своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Пламя хаоса, зашибись. Улучшение клинков. Мы сейчас сможем клинки улучшить. Вернитесь в комнату перехода Тюра. Сейчас вернемся, только надо... Че, может быть, пройдем по мосту, а? Так, а здесь и не пройти, в принципе-то. В принципе-то не пройти. Там обрыв. Давай еще в кувшинах глянем, что. Стоп. Ну, тут аптечка. Ну, давай заберем, все равно там чуть-чуть надо довосстановить. А здесь что? Ты откуда, блин? Я не должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее, давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот, давай. Мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к витамке. Как он так быстро? Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Ветра Хеля. Ветра Хеля очень нестабильны, их можно удержать только 10 секунд, после чего они возвращаются в последнюю ветроловку. Теперь бери клинки и целься в ловец ветра. Вон в тот маленький шарик, который висит в середине двери, видишь? Давай. Какой шарик, я не пойму. Стоп. Теперь бери клинки и целься в ловец ветра. Видишь, это маленький шарик, который висит в середине двери. А, стоп. Сейчас все сделаем. Ты
Теперь бери клинки и целься в ловец ветра. Видишь, это маленький шарик, который ты кидал? Теперь можешь поглощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе приятно. Спасибо, от тебя не дождешься, так что я сваливаю. Хвостовой впереди яйца сморозишь. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить. Так, ладно, что здесь надо сделать? Здесь мы зашли в ворота. Ну-ка вот сюда в шар попасть. Не, никак. Чтобы направить ветрохеля, удерживайте. Так. Где ветрохель этот? Это я закрыл. Что-то я не пойму, что надо сделать-то? Как, куда? Мне надо закрыть? А, стоп. Вот сейчас можно бить, да? Вот, все правильно. Ветрохель. Ладно, разобрались с ветрохелем. Как туда попасть? Там что-то есть. Ах ты! Ну-ка, давай-ка, рубай их быстро, Кратос. На! Словил ее, еще и швырнул во вторую. Вот так-то с вами надо расправляться, понятно? Ветрохели. Давай залезем сюда. Ах, вот здесь не хватает пацана. Вот здесь не хватает пацана, чтобы он открыл это все дело. Значит, надо сюда вернуться. Потом будет. Так, ладно, здесь больше делать нечего, спускаюсь. А куда? Вот это какое-то облако еще. Ну-ка, ветрохель. А, подожди, это были ворота. Ладно, открыл. И куда теперь-то? Теперь вот этот ветрохель. Блин, страшно так было. Он вышел просто откуда-то, из ниоткуда. Так, стоп, значит... Задействовал. Есть у меня 10 секунд, чтобы открыть эту дверь. Ну давай быстрее. Кто, ребята, хочет сразиться со мной? Тот и подходит побыстрее. Сейчас раскидаем всех тут. Осторожно, сзади! Ветрохели. Ты что ли ветрохель самый главный? Так, погоди, вот это надо поджечь. И нам туда надо заходить, я думаю. Туда или вот еще вот здесь можно открыть какую-то дверцу. Ну, блин, она, по-моему, не для этого она здесь. Ну-ка еще... А, еще залезть можно сюда посмотреть. А давай откроем, потому что там может быть что-то. Сейчас, внизу там. Здесь опять без пацана не обойтись. Здесь нужны стрелы, которые откроют этот проход. Вот сюда я хочу. Сейчас мы ветрохель этот запустим. А как?
Как, подожди, а как его... А, его не за... никак не запустишь. Вот, потому что вот сюда, я думал, как-то надо... как-то попасть. А, подожди, а если я сверху? Ну-ка, 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 давай попробуем сообразить. Вот отсюда я смогу? По ветрохелю по этому швырнуть? Или нет? Да, смотри, могу. Докинет? Да, но надо бежать очень быстро. Бежать очень быстро и открыть вот здесь дверь. Давай, быстрее, 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 быстрее. Кидай. Ветрохель, что тут? А-а-а, ребята, сундук. Прикинь, сейчас бы без сундука получилось остались. Надо забрать. Четкая печать расчета. Заберем. Аптечку. Так, и можно, мне кажется, вот сюда куда-то спуститься, да? Нет, сюда нельзя. Тогда идем. Идем в пещеру. Но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Давай потом. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Хочешь, поразмышляй. Мой отец Зевс, это факт. Так, серебришко насыпали. А, ну здесь вот. Ветрохель. Раз. Погоди, а чё раз-то я закрыл его? Или нет? Раз. А, я могу во второй кинуть, подожди. Нет? А как открывать-то тогда? Погоди, чё за подстава? Ну-ка, давай с другой стороны. Это закрывается только все. Эй, ветрохель. Ладно, походу надо выходить уже отсюда. Или как? Я пока что-то не могу понять, что надо сделать. Как открыть там ворота? Ну-ка. Я могу закрыть вот эту штуку. Но я не успею там пройти. Ну-ка, во вторую, если швырнуть. Нет, так не получается. А что надо сделать? Здесь просто дверь закрылась и все. Ну, раз, допустим. Я ничего не понимаю. Здесь невозможно так пройти. А, вот, 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 сюда надо. Ветрохель. Давай второй открываем. Вот тебе и подсказка. Все, надо было просто их два. Два замка открыть. Здорово, братки. Ходячие идут куда-то. Так, ну мы в принципе, мы же идем на выход, получается. Так, этот что? Ты кто такой? Ты что такой здоровый-то? Ярость, ярость, включаем. Ну-ка ему шарахнем как надо. Таким большим надо просто кулаками разбираться. Готов, все, пошел вон. Вот и все. Что дали? Ой, сильно ударило. Путник Хель. Я думал, хуже путника ничего не бывает, но похоже, я ошибался, его не останавливает даже смерть. На самом деле он еще злее, чем все остальные, которых мы видели. Наверное, даже путники могут превращаться в скитальцев. Так мы его вообще хлопнули, он ни разу мне даже не попал. Смертоносные боевые эфесы. Редкий предмет. Рукояти для клинков. Рукояти для клинков. Так, ну надо будет это все с Броком там решить, чтобы он нам сделал наши клинки. Так, погоди. Ну-ка, швыряй. Раз, получить.
И в тебя, чувачок. Так, я тебя возьму сейчас. Стоп, с тобой быстро закончим. Готов. Следующий, подходи. На. И туда швыряй в него. Вот, хорошо все получается. Давай. На. Ну, что-то там сожгли. Погоди. Еще что-то не забрал. Серебра 4000, ничего себе. Как я так чуть не ушел дальше. Да пошел нафиг, а. На тебе. С тобой же легко вообще справлялись. Что-то выпало, да? А, не, ничего не выпало. Просто идем. Вот, Витрахель. Нет. А почему нет? Значит, где-то надо еще что-то задействовать. А, вот, подожди. Не пойму, я могу попасть по ней или нет? Нет, что-то не так. Здесь как-то по-другому надо. Ну, как его активировать-то? Не, ну надо нам пройти туда. Сейчас с этими расправимся. Раз, два. Чувак отвлекает сразу. Нормально. Весело прям получается. Мне нравится с этими клинками. Ну-ка, есть какая подсказка? Нет, как нам там открыть? Там топорик какой-то был или что? Отвалите, ребят. Просто отвалите. Почему он вот сюда не попадает? Это же огонь вроде как горит. Ну-ка. Выводок из Хеля. Эти безликие существа очень злые, не раздумываясь, бросаются в атаку. Они владеют той же ледяной магией, что и другие пришельцы из Хеля. Папины клинки рубят их с легкостью. Их удары с воздуха могут нас замедлить. Если они взлетели, надо уходить в сторону. Как пацан успевает записывать? Вопрос. Его со мной рядом нет. Как он это все успевает записывать? Погоди, стой. Ну, я хочу ту штуку взять. Как? Как вот здесь открыть? Стоп, а мы откуда пришли, может быть, там есть? Подожди, сейчас найдем. Я не успею добежать так быстро, да? А, вот Витрахель же, да? Витрахель или не Витрахель? Или это просто ветер дует? Вот, смотри, вот здесь что-то есть. Вот надо как-то... Ну почему оно не открывается? Где эта энергия? Ну-ка, куда стрельнуть надо? Тут еще какие-то руны расписаны. Что-то я уже назад вернулся совсем. Ну вон же сколько всякого, а? Как вот это открыть? Как энергию эту притянуть? А, вот! Вот, все хорошо. Получается, смотри, раз... Мы раз так делаем. Все, сейчас все будет нормально. Все будет хорошо. Давай быстрее попадай вам. Вот что-то открыли. Сундук, однако. Надо просто последовательно сейчас идти, получается. Да, вот так. Смотри. Раз. Побежали дальше. Где мы там видели? Вон, еще. Давай здесь. Бей. Все, готово. Теперь мы можем куда проломиться? Вон до туда. Это получается постепенно мы идем. Давай, побежали. 10 секунд есть. Все, как раз путь расчистили. Все нормально, можно идти. Ну а теперь куда? Теперь, ну-ка, дай-ка я посмотрю, чтобы мне не затупить. Все, до этого топорика, значит, идем.
Ну-ка. Потому что она, видишь, закрывается. Если протупишь, то потом уже ее не задействуешь. Надо опять бежать там в начало этого. Открывай. Да мимо. Есть, успел. Так, дальше куда надо будет? Дай пробегу. Так, здесь прыгну. Прыгну, и где-то еще я видел. Ничего не понял, да? Мы же, в принципе, для чего-то это делаем, куда-то идем, пытаемся что-то открыть. Сейчас я задействую, и мне надо куда ломиться-то? А, я все понял. Вон она. Вот, сзади этой статуи, вот, вот сюда надо кинуть. Ну-ка, давай еще разочек. А как так быстро пробежать-то так? Это мне еще за статую надо туда бежать. Пробуем, не знаю, получится или нет, но надо быстрее ломиться. Ну, быстрее прыгай, давай. Давай отсюда кидай. Есть. Так. Хорошо. Вопрос теперь дальше куда? Куда-то же эта штука ведет нам, чтобы что-то открыть. Чтобы что-то открыть. Ладно, пусть пока там горит. Мы пока пойдем, здесь с пацанами надо поговорить. Или мы уже разобрались с ними? Ну-ка. Куда? Куда еще надо будет швырнуть? Во, я нашел куда. Я нашел куда. Давай попробуем. Раз, побежали. Быстрее. Быстрее, Кратос, беги, 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 беги. Вот здесь разворачиваемся, быстрее. Ну, давай, швыряй, попадай. 2 секунды. Есть. Убитые вороны, мы, видишь, что сделали, нормально. Глаза и уши бога воронов повсюду. Мы, получается, одну из них шлепнули. Хорошо, может быть, дальше куда-то на нас это все приведет дело. Давай осмотримся. И поищем, поищем такие зеленые штуки. Но больше пока ничего не вижу. Ладно. Так, ребята, привет. Привет, ребятушки. Да вы чё, а? Стой, 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 стой. Ты не дерзи, понял? На. Отлетаешь. Следующий. Подлетаешь, отлетаешь, короче. Так, летающую штуку схватил. Готово. Еще одна. Да на, получай. Все четко. Опыта за нее дали, смотри, сколько много. Так, давай осмотримся. Что мы здесь хотим сделать? Ну, в принципе, мы хотим ворота открыть, да? И зайти. Если тут что-то секретное, надо это осмотреть. На предмет секретного хода какого-нибудь интересного. И есть лестница вниз. Ну-ка, давай сгоняем туда. Так, 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 так. А вот это интересно. Смогу ли, успею ли я добежать до сюда? Попробуем. А, может, вот, вот, подожди. Наверху, значит, есть куда швырнуть. Так, потом мы оттуда пройдем. И также зашвырнем. Ну-ка, с этой стороны обойди. А где она? Я что-то не пойму. Где это она? С какой стороны? Мы вот так бежим, 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 бежим. И куда надо кинуть? Вот сюда надо попасть сначала, да? Ну, как бы сложновато будет сделать, потому что времени мало на эти бегания. Ну, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Пусть отдышится. Причем нам бежать-то издалека, вот отсюда. Побежали. Да, блин, какая карта, нафиг не карта. Побежали, побежали. Быстрей, 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 быстрей. 3 секунды, не успеем. Кидай. Все, не успел. Плохо.
Ну что я вам могу сказать, ребята? Очень хочется все-таки открыть ту штуку. Как это сделать, пока не знаю. Надо быстро ломиться, прям вообще быстро. Да, блин, не успел развернуться. Ладно, сейчас развернемся. Может быть, еще где-то есть одна промежуточная такая штука, а? Во! Есть, смотри, вот что-то есть. До туда мы просто не успеваем до той добраться. А вот там пробежать, может быть, получится. Давай, давай, все, я понял. Все будет намного проще тогда. Вот сейчас мы сюда швырнем. Вот сюда-то у нас хватает времени закинуть. Да? Все, мы активировали. Теперь с той стороны можно пройти. И, наверное, будет быстрее путь этот. Мы проделаем на ту сторону. Сейчас отойду подальше, максимально ближе к другой точке контрольной. Побежали. Вот сейчас побежали. Побежали быстро. Ну, успеваем? 5 секунд. Ну, почти. Давай. Есть. Все, теперь спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Ну и, соответственно, открываем здесь... Скорее всего, сундук. Скорее всего, будет здесь сундук. Но это хорошо, потому что сундуки нам очень нужны. Швыряй. Ага. Ну-ка посмотрим, что там внутри. Сундук с сокровищами. Смерч хаоса. Слабая руническая атака. Блин, я думал, что-то посерьезнее будет. Ладно, пойдет. Ну, а теперь тогда остается только в те ворота идти. И вопрос, может быть, как-то наверх можно залезть? А, хотя там делать нечего. Все, ладно, загадку решили. Ну, а в эти ворота мы зайдем, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И всем удачи, всем пока.